Мухаммед приехал на призывной пункт из Климовского района. Он врач, учился в Луганске. Теперь будет военным врачом. Я поехал в Луганск, учил, получил мое образование. И потом решил, который там работает в Ираке, но не получается. И потом мой план, который тут в России. Я получил гражданский РФ. И хотел, что служит в армии. Первый раз, что помогал России. И второй раз, короче, как грубо говоря, почему сидеть дома, надо работать. Мухаммед – первый уроженец Ирака, который уходит добровольцем из Брянска. В одном строю с ребятами Виталий Иванович из Клинцов. Через месяц ему исполнится 64. На мою землю пришли фашисты. Мой город стреляют, долбят. Ну и что? У меня там внучки, бабушка, дочка, сын. Сыну их уже долбил, теперь я пойду долбить. Так-то я водитель. Первоклассный. Учил ребятишек в автошколе. Других специальностей полно. Ну и вы не смотрите, что в очках. Стрелять тоже не умею. Самый юный доброволец Вячеслав. Недавно вернулся после срочной службы и теперь заключает контракт. За Россию. Надо идти. Надо и надо. А дома что ваши сказали? Ничего. Как бы приняли хорошо. Все нормально. Наводчики, стрелки, артиллеристы, танкисты и водители. Военные специальности некоторым добровольцам придется осваивать заново. Кто-то только освежит навыки. На пункт отбора обращаются граждане в возрасте от 18 до 65 лет. К нам приходят, это мужского пола. Девушки к нам приходят тоже. А также от 18, ну у них небольшое ограничение по возрасту, до 45 лет мы можем брать. Иностранные граждане сейчас очень активно к нам приходят. Это Белоруссия, Армения, Азербайджан, другие некоторые страны тоже к нам обращаются. Точно так же мы принимаем новую службу по контракту. Денежное довольствие точно так же составляет, как и у всех, у российских граждан и иностранных, от 210 тысяч рублей плюс дополнительное материальное стимулирование. 195 тысяч рублей от президента Российской Федерации и от губернатора Брянской области 200 тысяч рублей. Все эти денежные средства приходят в течение первого месяца после заключения контракта. Добровольцы взяли в дорогу вещи первой необходимости. Впереди переезд до тренировочного лагеря и обучение. Наталья Будник, Сергей Севастьянов, Брянск.